единственный круглосуточный телеканал в Алтайском крае. Мы рассказываем обо всем, чем живет наш регион. Новости, развлекательные программы и документальные фильмы. Все это Катунь 24. И сейчас, впервые в нашей истории, мы хотим передать привет нашим коллегам и телезрителям Крыма. Утро Алтайского края начинается здесь, в студии кулинарного шоу. Каждый день мы готовим вкусный завтрак и всех жителей региона к отличному дню. В наших эфирах сотни вкусных и полезных рецептов, советы экспертов, новости, сериалы и мультфильмы. И сейчас я впервые скажу: доброе утро, Крым! Мы с вами часть огромной страны, у нас один язык, одна культура, но мы все равно разные. У вас еще осень, а у нас уже морозы. И прямо сейчас я хочу передать вам частичку нашей сибирской зимы. Мы уверены, и в сибирских морозах есть своя красота. Алтай – край незамерзающих озер и сильных и смелых людей, готовых на многое. Наш регион многогранный, каждый его уголок уникален. К примеру, рассвет мы можем встретить в тайге, полдень – степи, а закат – в горах. И этим мы с вами похожи. У нас, как и у вас, турист может найти для себя всегда что-то новое. И самое главное, что нас объединяет, это любовь к своему делу. Со Всемирным днем телевидения, Крым! С праздником, коллеги! Хороших новостей!